Друзья, привет! Вы на моем канале Маргарита. Не забываем про опцию суперспасибо и заказываем треки на любимых исполнителей. Дорогой Егор, спасибо большое. Друзья, слушаем трек. Женщины удачи и ветер имеют свойство меняться. Мой врач доктор Пеппер, моя бейсболка красная. Клуб, семью, клуб, где все хотят меняться. Я однолюб, любится по щечку пайс. Музыка, души и души, будто Миша Тайсон. Мои стихи рождаются в дыму Marlboro Lights. Я вхожу в нее в душе, она просит остаться. Ее муж после меня не имеет шанса. Радиостанции боятся пускать ротацию. И я не знаю, кто кому-то сжимает яйца. Я олимпийский мишка хип-хопа. Правильно говорит молодой человек, да? Жизнь меняется, действительно она меняется. Один, пусть даже вот, например, год ты живешь, как сказать, в большом достатке, например. Другой год ты немножко вот должен подзаработать. Третий год ты квартиру купил. Жизнь меняется, она не стоит на одном уровне, ребятки. Или человек идет выше, или он стоит на одном месте, или он просто скатывается вниз, ребят. Правильно он говорит. Это тенденция такая в жизни. Олимпиада, я Али Пачино, в роли Тони Монтана. МС хотят носить платину, но носят платье. Стоит стар, самый отъявленный цик в палате. Записи в тетради, они не ради баксов. И если я хочу побыть один, я не заснаю. Вай, туиста, Марсель, наш рэп. Бомблю сцену, сканирую полки с винилом, подобно рентгену. За месяц там пустотилом делаю дело, как дела. Я ил, как Лил Уэйн, как Кила, Кэм Кила. Наш рэп из автокюна модит. Ребят, молодцы. Шикарный трек. Ребятки, молодцы. Прям браво, ребят. Классно звучит, все интересно. Словно автотюнел бьет бит, как тату бьет мистер Картун. Музыка такая, да? Вокруг меня горит, как у Хефнера Хью. Вкусит, как МНДМ, масштабный МММ. Музыка на М, это Марс, а не Эминем. Большой, как Бен, большой, как банки процент. И ты тиснешь Марс, я режу тебя на сэмплы. Мистер Медведев слушает нас, чтобы быть в курсе событий. Мы делаем бизнес на стриде, а не в бизнес-центре Москва-Сити. Пока вы спите, мы папа три дня места. Протрите глаза. Прелесть. Очень понравилось. Тебе понравилось? Угу, классно. Как классно, да. Молодцы ребята. Такие прям вот они. Интересно смотреть клипы, как было раньше, там, 14 лет назад. Ну, это как новый клип. Ну, вообще не устал. 10-14 лет назад все равно отличается, конечно, от того, что сейчас. Но все равно это приятно смотреть, вспомнить старые времена. Очень приятно. Ну, клип, молодежь одета так же, как сейчас. Девочки такие красивые. И купальнички красивые у них, девочек. Не скажу, что это давно было. А прям вот, мне кажется, сегодня, вчера это было, ребят. Молодцы, друзья. Голоса шикарные. У трех исполнителей великолепные голоса, ребят. Музыка.
Очень красивые, ребятки. Да-да-да-да, такие проигрыши классные, да, ребят? Все придумано классно, ребят. А как они поют, какие голоса. Так все приятно слушать, да? Ну что, друзья, слушаем следующий трек. Любим рэп так же сильно, как эмигранты скучают по родине. На диване парни с довольным видом качают под бит, забитые мною петли. Утром на компе горит в огне новая часть пути. Как ни крути, ложатся строки на мотив, пересекая пунктиры, много впереди. Здесь не все свои, ближе подойди. Ведь это наш мир и ничего кроме. На наши тусы вход строго по паролям. Пары алкоголя кого-то в сон клонит, кого-то кроет, а нас все так же трое на этом поле. Над головой небо голубое, трудно порой, но дорогого стоят эти слова, въедаются. Ну, хорошо читает рэп. Слим хорошо читает рэп, ребят, мне нравится. Я слушал много его треков, мне нравится. Музыка такая классная, спокойно так все, размеренно, ребят, интересно. Как порошок в десны вгрызается в мозг, как в бетон сверла. Бывают звезды на небе иногда гаснут, бывает белый снег становится красным. Пока рана кается внутри схемы впаяна, мы не дошли до края, а ты следи за палевом. Я Витя Ака. Витя здесь, я порой переживаю о том, что я неправильно жизнь проживаю. Это бывает, когда тучи неба за... Ну, ребят, спроси Витю Ака, куда он исчез, давай. Витюш, куда ты делся? Где новые треки, нет, спроси. Да. Мне нравится исполнитель, очень сильно, классно исполняет, да, читает классно. Витюш, давай альбом, треки. Альбом к Новому альбом году. Альбом давай, с удовольствием слушать тебя будем. Почему ты куда-то все делся? Все хотят новые песни. Да, давай, Витюша. Готовься. Может, на Новый год что-нибудь нам подаришь? Закрывает, такие мысли посещают, когда я в отчаянии, не скучать пытаюсь, но пух не с чаем. И чаще у меня это не получается. Нравится, как складываются обстоятельства. Вокруг меня обманы, заговоры и предательства. Старым стану, если, конечно, доживу. Живее всех живых, я вот для тебя пою. И если не проснусь я однажды поутру, помните, я true и всегда был true. Сижу, пишу, чтобы создать шум. В других городах услышанным я быть хочу. И если ты считаешь, что это чушь, в твоей голове необходим холодный душ. За строкой строка, за дорогой дорога. Пишем понемногу. За строкой строка, за дорогой дорога. Живые и слава Богу. За... Великолепный тембр голоса, ребята. Шикарно. Ну, передай привет птахе. Такой симпатичненький птаха. Привет. За строкой строка, за дорогой дорога. Пишем понемногу, за строкой строке, за дорогой дорога. Живые и слава Богу, тусовки, тёлки, носовки в потасовке. В красных пятнах опять запачканные кроссовки. Тихо по райончику, в куртке с капюшончиком. Обходя дворами тех, кто ходит с корочкой. Классный голос, да? Скажи, такой прям вкусный-вкусный, да? Мимо кузни, по путям до плюха. Крапалёв, греет братуху. Посидим, потрещим, приколотим. А за окном моросит и падает листва. Октябрь осень, цинканье и слиму. Пусть захватит резок для полного. И бутылку рома для разгона. Есть ли он еще, конечно, дома. Пока бутылки плюшка тлеет. Рождается идея. Голова болит. Мы осуждаем запрещенные вещества. Мы осуждаем запрещенные вещества и все, что с этим связано. Мы за здоровый образ жизни, ребят. Значит, будет фильм. Ты че, братан, залит? Приходи в себя. Есть дорога для тебя. Есть дорога для тебя. Белые демоны не были пленными. Остановись мгновение и в страхе на колени. Накопленные знания, приобретенный опыт. На деле сроком светят. Не упади при взлете. Особые приметы, не предмет для разговора. Совместные треки, предварительный сговор. Альбомы как товар, качаем по предоплате. Не считаем, сколько копий у пиратов в обороте. Гремит аппаратура, тлеет литература. Сынок, добро... Ну, ребят, то
похоже, да, шикарный голос. Угу. Интересный тембр, да, ребят? Пожаловать в мою хип-хоп-культуру. История с натуры, любим крупные купюры. Убери помехи из прямого эфира. Афера не наш профиль, лови бодрящий стиль. Чистый, без примеси, если есть еще, неси. Вставляет нормально, льется жизнь скоротечно. Все как обычно, ничего личного. За строкой строка, за дорогой дорога. Пишем понемногу, за строкой строка, за дорогой дорога, все еще живые, и слава богу, за строкой строка, за дорогой дорога. Пишем понемногу, за строкой строка, за дорогой дорога, все еще живые, и слава богу. Например, вот так сейчас уже не принято делать в наше время. Угу. Вот это там 14 лет назад или 10 лет назад. А что это за знак такой? А, так. Мы осуждаем запрещенные вещества. Ребятки, мы осуждаем запрещенные вещества и все, что с этим связано. Мы за здоровый образ жизни. Ребята, 4 исполнителя, 4 рэпера. Шикарно. Звучали голоса. Интересный текст. Бит классный. С удовольствием послушала, друзья. Танцевала, подпевала, ребятки. Интересные новости. Ну, рассказывали они о своей жизни опять. Чем занимается каждый рэпер, рассказывал свое, ребятки. Очень интересный клип был. Молодцы, ребята. И клип классный создали. И классную музыку нам показали, да, послушали мы. И текст интересный. И одеты они интересно. По-спортивному, по-молодежному. В то время это считалось очень модно, ребятки. Ну что, ребятушки, пока, мои хорошенькие.